Сегодня избирателей в Сенджере было меньше, чем на предыдущих выборах. Тем не менее, те, кто все же решили воспользоваться своим правом голоса, на избирательные участки устремились с самого утра. Люди рассказали, чего ждут от нового примара. Хотят люди и европейских условий. Дорогу лучше, что сделали. Градиница со терминами, канализация, примурен да есть до проблемы, что мусор стал дука дела, дяста один дром, один дела касса Лиуамилор. На кресло примара Сенджера претендовали 6 кандидатов. Среди них и сын скончавшегося 3 месяца назад Михаил Ари. Он от либеральной партии. Тата Вятсору еще дедикатор локалитеции. Он скварировал după Constituția nu mai este astăzi printre noi și eu am hotărât să-i continui munca mai departe. Своих кандидатов на кресло примара Сенджеры также выдвинули социалисты, демократы, ЕНПМ, НЛП и наша партия. Досрочные выборы примара прошли в Сенджере после того, как 30 июля Михаил Ари нашли застреленным во дворе его дома. Среди основных правоохранителей рассматривают и версию суицида.